Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Соціальний проєкт «Замалюй. Як небайдужі дніпряни протидіятимуть рекламі наркотиків?» Сьогодні будемо говорити з керівниками, з учасниками, з партнерами цього проєкту. Я рада вітати у нашому прес-центрі. Керівник проєкту Георгій Волков, директор з розвитку проєкту Єгор Улицький, юрист-консультант проєкту Катерина Ужва та партнер проєкту Олеся Сухарєва. Я вас вітаю, доброго ранку. Розкажіть нам, будь ласка, про що проєкт, для кого він і для чого він, будь ласка. Ну, давайте начнемо з того, що цей проєкт у привлеченні внимания общества к проблемам популяризації подросткової наркоманії. Это если в общем и в целом. В рамках нашего проекта мы собрали инициативную группу предпринимателей из города Днепр и теперь дарим подарки от них каждому, кто избавит наш город от телеграм или там сайтов, которые пропагандируют и показывают, каким образом можно приобрести наркотики. Вот. Мы дарим очень разные вещи. Это там какие-то у нас есть тренировки, у нас есть питание, есть языковые курсы, самые разные плюшки. Заходите в проект, подписывайтесь, смотрите, что там есть интересного и участвуйте. Егор, можливо, есть что додати? По проекту, ну, в принципе, есть что добавить. Мы очень хотим, чтобы ребята обратили на наш проект внимание, особенно ребята молодые, и увидели, что есть возможность не просто там у людей просить, у родителей просить на что-то деньги, а можно пойти закрасить пару надписей, сделать доброе дело и получить какие-то подарки. Очень круто, на самом деле. Георгію, ми говорили до початку прес-конференції, що це проект не тільки про наркотики, про проблеми. От якщо більш глибинно копнути, про що він? Да, очень важно понимать, наш проект не про закрашивание стен, скажем так. Проект о том, что общество не должно быть безразличным к такого рода проблемам, нельзя закрывать на это глаза и быть толерантными, просто проходить мимо. Потому что завтра, даже если ваш ребенок в порядке, у него все хорошо, завтра, к сожалению, он может прийти в класс, там где это кто-то распространяет, завтра он может просто проходить мимо, заинтересоваться, достать гаджет и за, ну извините, за 5-10 долларов купить для себя там страшной гадости, которая действительно превращает, извините, мозги в желе. Вот. И вот это должен понимать в нашей стране, я считаю, что любой ответственный ну, просто гражданин, в первую очередь родители этих детей должны это понимать. И вот эта группа риска 12-17 лет, когда ребенок развивается, растет и впитывает как в губка в себя все новое, интересуется миром, он в то же время является и очень опасным в случае, если вектор, скажем так, идет не туда. Поэтому это проект о том, чтобы привлечь к этой проблеме внимание, а, собственно, закрашивание стен – это только механика, которая ну, уже непосредственно помогает нам демонстрировать, что это реально есть, и вокруг нас в данный момент существует такая опасность для, ну, в принципе, для общества и для его будущего, мы считаем. Чи були цікаві випадки зворотнього зв'язку, як реагують на сьогодні люди на проект? Да, давайте расскажем пару случаев. Например, для нас абсолютно уникальной является одна из участниц, Эльвира, привет тебе большой. Она очень большой души человек, при этом она уже на данный момент собрала там баллов много-много, не буду врать статистику, там у нас все это ведется. И она не берет себе никакие подарки, она с нами договаривается, чтобы можно было взять там, например, вот стерилизаторы, там мой бренд, она берет не один, а несколько их и разносит их в детские дома. То же самое она делает с тортиками, то же самое. То есть вот у человека такой подход. Следующая ее инициатива, представьте себе, она хочет или урок по французскому привести в детский дом, или по английскому какой-то стартовый, или ребят привести на какую-то тренировку, то есть ее вот связывается с нами по поводу того, что давайте это сделаем. Это просто участница проекта, которая вот нашла нас в соцсетях и активно нам помогает. И таких людей немало. Примеры потрясающие, у нас очень хороший отклик общества, даже не 99, а я бы сказал все 100%. Тобто люди розширюють рамки цього соціального проєкту, і він виходить за межі, починає вже більшу аудиторію. Так, да, безусловно, можу сказати, що люди проявляють себе ще шире, навіть, ніж ми ожидали, зачастую. Дуже багато у нас на даний момент, давайте чуть-чуть цифр, у нас на даний момент за ці 2,5 тижні около 240 надписей закрашено, примерно, не буду опять-таки врать, потому что там у нас вся статистика ведется отдельно, мы о ней отдельно будем докладывать нашим участникам и подписчикам. Но вот из них
очень мало кто уже затребовал свои, даже там, скажем, плюшки, призы, да, и уже их получил. Вот, наверное, процентов меньше половины людей, кто участники, да. Все остальные делают это просто потому, что понимают, что это правильно и потому, что это важно. Ну, чудово, що є люди, які це розуміють, які розуміють, що це важливо і це правильно. А чи є така аудиторія людей, які реагують на це як на вандалізм, тому що все ж таки це зафарбовування стін нашого міста? Хочу звернутися до юриста вашого проєкту. Розкажіть, будь ласка, чи були такі випадки і як діяти? Дело в том, что у меня на этот проект двоякий взгляд. С одной стороны, я мама, с другой стороны, я юрист. И как юрист я могу прокомментировать, что в деятельности проекта «Замылюй» нет состава преступления, либо административного правонарушения. Закрашивание стен не приносит такого вреда и общественной опасности в нем такой нет, как от надписей, которые были занесены. Естественно, случаются люди, которые в силу юридической неграмотности могут реагировать не слишком хорошо, но на самом деле они просто не понимают глубины этого проекта и, возможно, не сталкиваются с глубиной проблемы. Моей дочке 11 лет. Пока ребенку лет 6-7, его могут не интересовать те вещи, которые написаны на стенах или только первично, но моя дочь уже начинает спрашивать. Рядом с моим подъездом есть несколько таких надписей, с которыми мы тоже работаем. И она спрашивает, что это. Я вынуждена ей объяснять, что на это не нужно реагировать. С одной стороны, здорово, что я рядом, но когда ребенку становится больше, когда мы перестаем быть постоянно рядом и не можем его все время контролировать, естественно, в этой ситуации ребенок остается один на один с месседжем, который, мягко говоря, может завести человека не в ту сторону. Кроме того, рядом могут оказаться не те люди, не те друзья, и мы как родители не сможем с этим ничего сделать, мы будем уже работать только с последствиями. Поэтому еще раз подчеркну, что общественная опасность от надписей, которые направляют людей на места, где все это можно купить, значительно больше, чем может казаться людям от закрашивания стен. Кроме того, наверное, юридическая ответственность – это важно, но прежде всего мы должны быть ответственными перед самими собой и перед будущим в лице детей, которых мы воспитываем и хотим, чтобы наши дети, наверное, все-таки не сталкивались с теми страшными вещами, которые могут происходить от употребления, как говорил Георгий, гадости, которую иной раз даже не можешь себе представить. Дякую за відповідь. Ось ці випадки, про які ви сказали, не занадто добре реагують. Георгію, Єгоре, я знаю, що от завжди на яскравих прикладах реальних краще люди сприймають інформацію. Розкажіть про ці випадки, коли люди не занадто добре реагували на вашу діяльність. Ну, это от того, что просто встречаю в первый день человека возле подъезда, а я закрашивал надписи, потому что хотел узнать, насколько хватит баллона людям краски, как их много, ну и прочие такие мелочи, ну, казалось бы. Я собрал детей в первом же попавшемся мне дворе и дал им пару баллонов, они пошли закрашивать. Мы встретили человека, который шел к нам навстречу, и мы с ним, ну просто он начал на нас кричать, ругаться, вызывать полицию, что мы делаем, закрашиваем стены. Но в конце концов я ему смог объяснить, донести, что мы делаем дело доброе и что мы хотим сделать лучше. Потом уже ушел к нам лояльно. И таких примеров огромное множество. Можем мы также затронуть ситуацию с кодом города, когда мы выступили публично о том, что мы проект будем продвигать дальше и делать, что мы хотим убрать это с наших улиц, сделать как можно больше работы с людьми непосредственно, показать на эту проблему через закрашивание стен, надписи. На самом деле штука классная, потому что люди мотивированы закрасить надпись, получить какой-то подарок. Соответственно, мы уже приобщаем их к этой деятельности. Но нам сказали, что это вандализм, а наш юрист уже это смог опровергнуть. Поэтому вандализмом мы не занимаемся, мы убираем с улиц гадость. И будем дальше продолжать это делать.
Вы знаете, есть еще интересные примеры. Казалось бы, мелочь, да, но, допустим, закрашивая надпись возле подъезда, встретив входящую туда маму с ребенком, я имел такой очень короткий диалог. Допустим, мама поинтересовалась, чем я занимаюсь. Вот, я ей объяснил, показал. Она говорит, я поняла, о чем речь. После этого я предложил, говорю, возьмите баллон как раз в тон вашего дома, даже вот там, где вы живете, и появится снова надпись, вы сможете ее закрасить. На что она посмотрела на меня с недоумением, сказала, передам консьержке. А дальше вот мой вопрос, скажите, с вами дочка ваша или консьержки? Вот на этот вопрос уже ответа у нее не нашлось. И в принципе мы очень надеемся, что через такого рода месседжи, может быть через соцсети, через медиа, благодаря таким каналам, как ваш, мы сможем донести этот месседж до большого числа людей в Украине. Надеюсь, не только в Днепре. Я соглашусь с Георгием. Наверное, люди реагируют, скажем так, иной раз не слишком хорошо, именно от отсутствия информирования. То есть все, что касается стен, для людей это что-то нехорошее. То есть должны быть покрашены стены, и этим занимается городская власть, коммунальные службы. И когда кто-то подходит с баллоном к стене, ты автоматически как будто бы становишься правонарушителем. На самом деле, благодаря информированию, это как раз то, чем мы занимаемся, и сегодня в том числе, нужно донести до людей, что лучше присоединиться, чем мириться с тем вандализмом, который уже был сделан на этих стенах и приведен в несоответствующий вид и фасад здания. Поэтому информирование в первую очередь нам поможет. От ми зараз говоримо про пересічних громадян. А які взаємостосунки з поліцією, з владою, про яку ми казали, комунальні служби? Ну, смотрите, по поводу взаимоотношений с полицией, мы вышли с ними на консультации неофициальные, проговорили, насколько это вандализм или нет, чем мы занимаемся. Вот, собственно, в наших интересах сделать все, ну, как бы так ни звучало, с минимальным вредом. Да? Поэтому мы хотели бы иметь возможность подбирать баллоны в цвет здания, мы хотели бы иметь возможность информировать патрульную полицию о каких-то ситуациях. И нам дали ответ, что это вполне возможно, сейчас большая нагрузка. Вот ближайшую неделю-две мы еще раз встречаемся, это обсуждаем. Ну, пока рано об этом говорить, но тем не менее. И в принципе патрульная полиция нас будет поддерживать, будет нам содействовать на практике. А что до департаменту благоустроя? Анна, честно вам скажу, я не очень хорошо разбираюсь в материях, как все устроено там с муниципальными службами нашими. Да? Есть люди, которые мне говорят, допустим, что вот могут чиновники быть против. Почему? Потому что существует вероятность потом для них заниматься этими же проблемами через бюджетные программы, иметь какие-то свои прямые выгоды. Мне в это верить не хочется, честно, потому что, ну, как мне кажется, это абсурд. Слишком цинично это и злобно, потому что действительно речь же идет о, ну, будущем действительно детей, банально. И ждать там месяц, год, еще сколько-то, пока кто-то выделит деньги, и пока наконец-то кто-то начнет этим заниматься через все бюрократические там волокиты, я не думаю, что это наш выбор и наш вариант. Если наше общество в состоянии присоединиться к нам и помочь это сделать, не дожидаясь, пока кто-то там как-то задвигается, ну почему нет? Мы можем сделать, и мы делаем. За що ми вам вдячні. Олеся, зараз звертаюся до вас. Розкажіть, будь ласка, чому для вас важливість як партнера залучення до цього проєкту? Ну, во-первых, конечно же, я прежде всего мама двоих детей. И больше всего на свете я не хотела бы, чтобы мои дети столкнулись с наркотиками. Сейчас им 2,5, но они вырастут и, увидя надписи, могут тоже заинтересоваться, взять свой гаджет, ввести и просто получить доступ. Я этого не хочу. Поэтому, как только мне Георгий позвонил и предложил участие фитнес-центра моего «Спортстар» как партнера программы, я сказала, конечно, я поддержу, плюс подключу свою аудиторию, которая у меня, в принципе, немало, да, в Инстаграм, в Фейсбук. Я попрошу друзей, всех знакомых, чтобы вышли на улицы, при этом взяли своих детей, так как откликнулись, спасибо большое друзьям, которые просто взяли своих детей, и мы вышли, закупили сами баллоны, и мы вышли разные цвета, чтобы
не так бы марать, да, стены домов. Мы закупили и серые, и белые, разные цвета, и вышли на улицу. Столкнулись с разным, да, была и бабушка, которая говорила: я зараз вас водою тут орошу всех. Ну, как бы мы тоже... Святой. Я задала вопрос: неужели вас вот эта надпись не беспокоит? У вас есть внуки, у вас есть пусть дети большие. Как может это не беспокоить? И я причем до этого не знала, что это. Я не знала, как это выглядит. Когда мне Георгий сказал, я сделала квадратные глаза, говорю: где ты такое видел? Слава богу, я живу как бы в том районе, где такого нет. Но поехав на свой родной Левобережный 3, откуда я родом, я просто припарковавшись и пройдя 5 минут, я насчитала 24 надписи, которые нам потом баллонов не хватило, мы докупали, чтобы побороться с этим. Конечно же, посыл мне очень близок, потому что то, что творится, все мы можем, да, в разных инстаграм-пабликах видеть... То, что творится с детьми, вот наш, как я говорю, хороший Днепр есть, всем известный паблик, и то, что творится с подростками, которые не умеют с этим обращаться, это не выбор взрослого человека, это выбор ребенка, которому навязала плохая компания, в которую он попал, либо кто-то из своих материальных интересов, и наши дети от этого не застрахованы. Если мои дети живут в благополучной семье, где этого нет у нас в семье, но не факт, что их не подстерегут под лицеем, под университетом или, не дай бог, школы, и не дадут попробовать, от этого никто не защищен, и мы, каждый из нас, должен это понимать. Поэтому я прошу всех лично от себя, присоединяйтесь к нам. Вместе мы сила, и вместе мы сможем побороть сейчас бич этого нашего 21 века. Слушай, я дійсно сподіваюся, що наші глядачі от усі ці меседжі почули. Скажіть, будь ласка, ми от бачимо такий тісний зв'язок: спортклуб, спортцентр і замальовування реклами пабліків, що продають наркотики. Це такі, можна сказати, можна провести паралелі. Хто ще є вашим партнером? От у чому такий взаємозв'язок заключається? У нас в партнерах только лишь те услуги или товары, которые говорят о развитии, здоровье, образовании и так далее. У нас партнеры это, у нас есть в проекте уроки языковые, у нас есть в проекте питание, кофе, есть спорт, есть какие-то гаджеты, которые там, допустим, тоже для очищения дома, там образно бытовые кварцеватели, да, стерилизаторы, которые сейчас, кстати, очень актуальны. Ну вот все это только лишь про чистоту, здоровье и движение вперед для людей, детей, для всех. А як щодо партнерів, там, які предоставляють фарбу, виробництво фарби, що було корисним для вашого проєкту? Анна, ви знаєте, це для нас взагалі ключовий вопрос зараз, дуже важливий. Ми, звісно, будемо раді любим партнерам. Зараз вже стучимося в двері нескольким компаніям, сподіваємося, вони відкликнуться. Вот. И для нас партнер по краске, это будет означать, знаете, ну что, вот у нас есть уже какое-то сырье реально наше, у нас есть социально активный бизнес, который нам помогает, и у нас будет возможность сделать это, как вам сказать, на новом уровне, да, потому что наш проект, я повторюсь, это проект, не акция, не флешмоб, это не то, что там люди вышли, знаете, там на 2 дня, там или там распродажа только там до конца месяца, нет. Это долгосрочный проект, который... мы как бы не планируем завершать до тех пор, пока мы не увидим реальные результаты, и до тех пор, пока, я надеюсь, он получит такое развитие, что нас поддержат, ну, гораздо более широкие слои населения. Вот. Ну, партнеров по краске, ну, у нас есть очень крутые производители в регионе, на самом деле, могу их там назвать, это Зебра, Дюфа, Ньютон, по-моему, есть у нас бренд, и они производят баллоны, особенно там, по-моему, у Зебры крутые баллоны есть, которые сразу и наносят, и сразу грунтовка, да? Да, да, да. Вот. Эмаль плюс грунт. Да, и в цвет сразу попадает, и дольше держится. Ну, вот такое нам, конечно, нужно. Так що, всім привіт. У нас, на жаль, залишається там до кінця хвилинка. Давайте швиденько розповімо, як залучитися, як вас знайти, що робити, аби стати учасником проєкту. Хто? Я? Да. Достаточно даже зайти в Google и написать «Замалюй Днепр» или «Замалюй» на латинском в Инстаграме. Найдет нас. Под все условия написаны в нашем Инстаграм-профиле. Все очень подробно и понятно. От себя скажу, достаточно взять баллон, сфотографировать до надпись, закрасить после и нам отправить. Вы получите свои баллы, впоследствии призы. Все очень легко и просто.
Класс. И еще можно сказать, что не обязательно даже, нет у вас времени заехать купить баллон, еще что-то, там, не знаю, нету возможности, или ручки боитесь запачкать, сделайте просто репост нашего проекта, просто проинформируйте людей. Для них это уже будет, ну, очень много, и дальше они свой выбор сделают сами, обращать ли на это внимание или расти, продолжать развиваться в обществе, которому все равно. Що ж, я вам вдячна за нашу сьогоднішню цікаву, а головне корисну прес-конференцію. Сподіваюся, що глядачі почули основний меседж, про який ми сьогодні говорили. А говорили ми про соціальний проєкт «Замалюй». Небайдужі дніпряни можуть залучитися до нього і зафарбувати напис продажу наркотиків телеграм-каналів на стінах нашого міста. Все залежить від вас. З вами був прес-центр телеканалу «Відкритий» Анна Кравчук. До нових зустрічей. Не перемикайте.